Krok po kroku A1, lekcja 21. część trzecia. Mami, co robiłaś? Mami, co ty działałaś? Posłuchajmy uprażnienie 1. Angela, miałaś udany weekend? Ech, nudny. Pół dnia sprzątałam mieszkanie. Potem bardzo długo pisałam pracę domową. A w niedzielę czytałam książkę i oglądałam telewizję. Wieczorem siedziałam przed komputerem. A jak było w Gdańsku? Bardzo fajnie. Jechaliśmy długo do Gdańska, bo to daleko, ale impreza była super. Rodzina Majów jest bardzo duża, poznałam nowych ludzi. Porozmawiałam z dziadkiem Karoliny. Zwiedziłam też Gdańsk i zobaczyłam Morze Bałtyckie. Zrobiłam świetne zdjęcia. Это у Окей, okay, послушались мы тексту, послушали текст и давайте выполним первое упражнение. Что Анжела рубила уикенд? Что Анжела делала на выходные? Что маме зробила уикенд? Что маме сделала в выходные? Начнём с Анжелы почитаем, что Анжела делала в выходные. Спешонтала мешкание убирала квартиру, писала ПРАЦЕ домовым, писала домашнюю работу, читала кщеншке, читала книгу, оглядывала ТЕЛЕВИЗИЯ, смотрела телевизор, сидела пред компьютером, сидела за компьютером. Сейчас прочтем, что маме сделала в выходные. Мы видим два слова «робила» и «зробила». «Делала» и «сделала». Познала новых людей, познакомилась с новыми людьми, порозмовляла с дятком, поразговаривала с дедушкой, зведила Гданьск, посетила Гданьск, зубашила море Балтицке, увидела море Балтийское, зробила шветне сд'єнча, сделала отличные снимки. Чудовнее идем далее и приходим до нового темату. Переходим дальше к новой теме. Час пшешуй – это время прошедшее. И у нас есть два аспекта. Аспект недоконаны и аспект доконаны. И у нас два примера – робилым, зробилым. Как и было в предыдущем упражнении. Анжела робила, а маме зробила. Анжела делала, а маме сделала. То есть у нас есть действие незавершенное и действие завершенное. И все это мы разберем в прошедшем времени. И давайте рассмотрим внимательно таблицу и разберем, когда у нас незавершенное действие, аспект недокунаны, и когда же у нас действие завершенное, аспект докунаны. По порядочку читаем. Первое незавершенное действие, когда у нас рутина. Цодзенанья, Ежедневно, завше, всегда, часто, часто, от часу до часу, время от времени, жадко, редко, день, еженедельно. Когда вот так у нас какое-то действие происходило, значит это незавершенное действие, аспект недоконанный. и прочитаемый приклад: где был им детским, цоденне, вставал им у Когда я был ребенком, Ежедневно я вставал в 7 часов. Я вставал ежедневно. И теперь, когда же у нас будет аспект до кунаны раз. То есть у нас завершенное действие, когда оно было сделано один раз вчера вставаем о десеный. Вчера я встал в 10 часов. Я вставал и я встал. Чувствуем разницу? То есть я вставал, 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 а тут я уже встал. Дальше читаем аспект недукунаны процесс в чаще, то есть процесс во времени: целый рок, целый год, два дни, два дня, пень годин, пять часов, от первой до другой, от часа до двух, долго, долго и так далее. И завершенное действие у нас будет, когда у нас момент какой-то. Барду шибко, очень быстро, нагле, вдруг. И прочитаем примеры. И почитаем примеры. От первшей до други ядуем обед. От часа до двух я ел обед. И второй пример. Шитко с ядуем обед, бо не мяуем часу. Я быстро съел обед, потому что у меня не было времени. Ядуем я ел и я съел. Читаем дальше в желтых рамочках. Акция равночесная, то есть действие происходит одновременно и акции хронологичная, то есть действие в хронологическом порядке. Когда у нас одновременно несколько действий происходит, это будет действие незавершенный аспект недоконанное. И аспект докунаны завершенное действие, будет, когда у нас действие в хронологическом порядке происходит. Почитаем. Акция ровночестная, едночестная, одновременно, в том самом чаще, в том самом времени, и, и. И акция хронологичная, наиперв, потом, в начале, потом. То есть по порядку действия происходит. И прочтем два примера пилищ мы кавы и розмовялищ мы. Мы пили кофе и разговаривали. И второй пример. Найперв вы мы кавы, а потом поразмовялищмы. мы. М -м, мы вначале выпили кофе, а потом поразговаривали. То есть мы пили и выпили, разговаривали, поразговаривали. Хорошо, оранжевую рамочку читаем аспект не доконаны, не результату. То есть у нас незавершенное действие, когда у нас нет результата, и аспект доконаны, завершенное действие, когда есть результат, когда у нас есть результат, юж уже, в концу, в конце, в реште, на реште, И два примера прочитаем. Вчера с пшонталом але еще не ест чисто. Вчера я убирала квартиру, но еще не чисто. И второй пример. Вчера поспшонтала мешкане и нареште ест чисто. Вчера я убрала квартиру и, наконец-то, уже чисто. Я вчера убирала, и я вчера убрала. И смотрим в самом низу. Написано, что часовники, то есть глаголы, быть, меч, Мешкач, працовач, студевач. Маем только формы недоконаном. Эти глаголы имеют только одну форму незавершенного действия. Вся эта тема очень схожа также с русским языком. Мы тоже говорим: Я делала, я сделала, я шла, я пошла или пришла. Хорошо, давайте перейдем к упражнениям, чевечение друге. Якито аспект? Прошу узупевнить в чаще пшешвы. У нас есть слова в скобочках и нужно выбрать правильное слово в правильном аспекте. Видим пример. Во вторник до Гданьска. Во вторник я поехал в Гданьск. У нас был выбор ехал и поехал. Выбираем слово поехал по смыслу. Рассмотрим второе предложение. Или и у нас два варианта УЧИТЬЩЕ, НАУЧИТЬЩЕ ПОЛЬСКЕГО Сколько лет? Нам надо поставить форму ТЫ, женский род ТЫ УЧИЛАСЬ или НАУЧИЛАСЬ ПОЛЬСКОМУ Конечно же, выбираем первую форму УЧИЛАСЬ И говорим ИЛЕ ЛАД УЧИЛАСЬ ЩЕ польскего? Дальше КЕДЫ ЗАЧИНАТЬ зачанч, НАЧИНАТЬ, НАЧАТЬ То есть нам надо спросить когда ты начинала или когда ты начала. И выбираем форму Кеды зачелась. Когда ты начала. Следующее предложение. вчорой нагле. На выбор у нас два слова звонить, зазвонить, звонить, позвонить. Вчера вдруг позвонила моя коллега со штатов. Звонила или позвонила? позвонила. Значит, говорим, вчера и нагле задзвонила моя колежанка Зестанов. То дивне, бо не звонила килька лет. Это странно, потому что она не звонила несколько лет. Это удивительно. Она не звонила или она не позвонила несколько лет. Конечно же, она не звонила, поэтому выбираем вот форму дзвонич. Следующее предложение. Взэшвым ты годню в про... на прошлой неделе, и у нас вы, Родзайменский, вы писали или вы написали тест. Есть уже результаты? Раз мы спрашиваем, есть ли уже результаты, значит, мы его написали уже. И говорим «взэшвым ты годню написалище тест». Сомью результаты? На прошлой неделе мы написали тест. Есть ли уже результаты? И последнее предложение. Цо робич зробич, ты родзайменский, в зевосами. Что ты, родзайменский, мы видим в скобочках, что ты сделал с волосами? Что ты делал или что ты сделал с волосами? Что ты сделал с волосами? Поэтому говорим, что с волосами? Что ты сделал с волосами? Был у фрезера, ты был у парикмахера, то страшно, это страшно. Окей, okay. идем и далее, и далее. И перед нами третье упражнение. Нам надо сказать, что маме последнее время сделала. Смотрим на иллюстрации и говорим, читаем статню МАМИ В последнее время МАМИ И говорим, что она сделала УГОТОВАЛА БИГОС Она ПРИГОТОВИЛА БИГОС ПОЗНАЛА ЧЕКАВЫХ ЛЮДЕЙ Она ПОЗНАКОМИЛАСЬ с интересными людьми НАУЧИЛАСЬ шпевать СТО лет, Она НАУЧИЛАСЬ ПЕТЬ СТО ЛЕТ НАПИСАЛА ЛИСТ Она НАПИСАЛА ПИСЬМО научилась танцевать танго, она научилась танцевать танго и споткалась с пшиячуком и встретилась с подругой. То есть мы видим глагол уже завершенного типа. Аспект доконаны уготовала, то есть она приготовила, она могла готовила и приготовила. Дальше зветила, она посетила, а могла посещала и посетила, разница. Далее познала, то есть уже познакомилась, знакомилась и познакомилась. Дальше научилась, она научилась, училась, научилась, училась, научилась. Написала лист, она написала письмо, писала и написала, писала и написала. И споткавшись, она встретилась, не спотыкаясь, а споткавшись, встречалась и встретилась. Но, цуж, я думаю, что по аналогии с русским языком должно быть здесь все понятно, немного поупражняться, а мы переходим к четвертому упражнению, и нам нужно э, соединить предложения из левого и правого столбиков, например. Завше в липцу ездила на вакации. Всегда в июне, в июле, так, очевидно, в липце, то в июле я ездила на каникулы. И смотрим с правой стороны. В тым року поехала в черпню, а в этом году поехала в августе. То есть ездила и поехала. Я ездила и я поехала. Дальше следующий смотрим Б. Нигды не яду вам бигосу. Я никогда не ела бигос. В Польске с яду вам гопор раз Не смаковал ми. В Польше съела его первый раз. Не понравился мне. Яду вам с яду Ела, съела. Следующее предложение С. Смотрим. Вчера спалам долго. бардо-дуго от 22 до 9 рано. Вчера я спала очень долго, от 10 вечера до 9 утра. И с правой стороны смотрим С. И в рэшчище вы спала. И, наконец, выспалась. Спала, вы спала. Спала и выспалась. Следующее предложение Д. звониваем до Чеби целый вечер на кумурке, где бываешь. Я звонил тебе целый вечер на мобильный телефон, где ты была. С правой стороны смотрим в дому. Для чего не зазвонилась на стационарный? Дома была. Почему ты не позвонил мне на домашний телефон на стационарный? Смотрим пару слов: звонила, задзвонилась. Я звонил и позвонил. Угу. Следующее предложение. На студиях споткалищ мыще зе знайомыми в клубах студенческих. На нашей учебе мы встречались со знакомыми в студенческих клубах. С правой стороны смотрим. В тен уикенд мелищ мы ручнице, матуры и споткалищ мыще з коллегами з классы в шведной ресторации. На этих выходных у нас была годовщина экзамена, ну, годовщина выпуска, и встречались мы с коллегами с класса в прекрасном, в отличном ресторане. Смотрим пару слов. Спотыкались мы, спотыкались мы, спотыкались мы, встречались, спотыкались мы, встретились. Последнее предложение. Цопан робил вчорой от двудестой други до двудестой что пан вчера делал с 22 часов до 23 часов? В правую часть переходим. Найперв обоезжал им фильм, а потом пошедуем спать. Вначале я посмотрел фильм, а потом пошел спать. А, здесь у нас нету пары слов, но мы можем сказать робил, зробил, что пан делал и сделал, обоежаем, пошедуем, он как бы завершенное действие. Я посмотрел уже и я пошел спать. То есть я смотрел, шел и я посмотрел, и я пошел. Здесь, чтобы сделать завершенное действие, меняется само слово. Как бы мы сказали, я смотрел фильм, я оглядал им фильм, а я посмотрел фильм, я обойжал им фильм. И второй глагол ⁇ я пошел спать, я шел спать ⁇ я шедуем спать, я пошедуем спач. Но добре, идем и далее. пенч пенч. пятое упражнение. Здесь нам надо вставить пропущенные слова, взять их из рамочки. Прочтем текст, переведем. Слухайте, вчера и мяуем кошмарный день. Слушайте, вчера у меня был ужасный день. Найпер всталем не как zwykle ощудмей, але до пер одещонтей, бо мой будик не зазвонил. Вначале я встал не как обычно в семь часов, но только в десять, потому что мой будильник не зазвонил. То есть я встал, будильник не зазвонил. У нас завершенное действие, аспект доконаны шипко. Умылымще и ще, але не зъядылым шнаданья. Я быстро умылся и оделся, но не съел завтрак. Голодный и злый пошедуем на пшестанок, але, чекал чекалом на автобус полгодины. Я голодный и злой пошел на остановку, но, конечно же, ждал автобус полчаса. В концу зрезигнувалим и пошедуем пешу. В конце концов, зрезигнувалим, то есть я отказался от этой идеи, я отказался и пошел пешком. Погода была окропна, падал дождь за снегом, а я не МЯЛЫМ им парасола. Погода была ужасная, отвратительная, падал дождь со снегом, а у меня не было зонта. На университете в шистку было замкнено, В университете все было закрыто, замкнуто. И нагле помышлял им. Дич ест неделя. И мял им рации не стеты. И вдруг я подумал, сегодня воскресенье. И был прав, к сожалению. Вот такой был день. А в этом задании также предлагается Перетрансформировать этот текст из негативного в позитивный, то есть рассказать, какой вчера был фантастический день. Попробуйте это сделать самостоятельно и можете написать также в комментариях. А мы лечим и далее до наступного слайда. Мы идем дальше, видим следующий слайд: Формы аспектовые, листа подставовых часовников. И перед нами в таблице список основных глаголов. Форма недоконанная и формы доконанная. то есть незавершенное действие и завершенная форма у нас есть. Смотрим глаголы: быть, меч, мешкач, процовать, студевач маем только едном формы. Вот эти глаголы быть, иметь, жить, работать, учиться, учить имеют только одну форму форма недоконанная. Следующие глаголы читаем: читать, прочитать, читать, прочитать. Деньковач – поденьковач, благодарить – поблагодарить. Дзвонич – задзвонич, звонить – позвонить. Готовоч уготовач, готовить – приготовить, варить – сварить. Есть – съесть, есть – съесть, кушать – скушать. Куповач – купич, покупать – купить. любить полюбить любить – полюбить. Пить – выпить, пить – выпить. Пить, выпить просить, попросить, просить, попросить, спотыкать, споткать, встречать, встретить, запрашать, запросить, приглашать, пригласить. Но ну, очень все схоже с русским языком, мы тоже так говорим по-русски. Я думаю, никаких трудностей здесь не должно возникать. И почитаем еще вниже, под таблицей, у нас написано аспект недокунаны, как часто или разы как долго, как часто, сколько раз, как долго. И аспект докунаны один раз акция скончена. Один раз и законченное действие, завершенное действие. Добже. и остатня надеюсь, что повторение, повторение. Прошу уложить текст в логичной колейности. Нам нужно из всех этих предложений составить логичный текст. Ну и а читаем по циферкам. вам еще в 1973 году. Я родился в 1973 году в малом мястечку близко Варшавы, в небольшом городке около Варшавы не ходил им до школа. Я не ходил в сад, бо мешкал им с бабчом, потому что жил с бабушкой, которая мяла душу часу, у которой было много времени. Где мял им лет, когда мне было семь лет, пошед вам до школы подставовой, але я пошел в начальную школу, но не любил им еще учить. Я не любил учиться потом сдал им до техникум, потом я поступил в техникум механичного, в технику у нас механично не дочитал, механически и рубил им то, что любил и делал то, что люблю, бо завших чал реперовать и монтовать авто, потому что я всегда хотел реперовать, ну как бы ремонтировать и делать монтаж автомобилей. МАМ Васная, Варштат, Самоходовый. Сейчас у меня собственная автомобильная фирма. Автомобильная мастерская. Теперь у меня собственная автомобильная мастерская. Ну что, мы закончили 21 урок. В качестве домашнего задания я бы хотела, чтобы каждый из нас потренировался вслух произносить дату своего рождения, то есть сказать, Мам уродина, то есть у меня день рождения или уродила мще, уродила мще, я родилась, я родился. И назвать дату, когда у вас день рождения, когда я родился, я родилась. И также можете написать в комментариях. Ну что услышим еще не бавим в наступной лекции. Папа! -па.